вот эти здесь, где научил пророк Иисус кушать вот это у нас, а после этого, в течение 40 лет после этого пришел один из учителей пророка, который пришел в Египте, и в Александрию научил египтянам христианство, и начали много египтян и приняли христианство, пока римляне их наказывали сильно, из-за этого они убежали от наказания римляне и спрятали где? В храмах деревни фараоны, в горах, в пустыне, в гробницах. От наказания кого? Римляне. И пока это они, римляне, наказывают первые верующие христиане, сколько лет? 300 лет. Их наказывают, пока в 300